Угадай голос актера. Это я. А, это Баба-Яга. Ой, простите, Диночка будет у нас. Баба-Яга, угадай голос актера. Так, мы из фильма, да, название песни. Если хотя бы здорово будет, кто исполняет, если вы скажете. А продолжим. Нет. Вам все понятно? Да. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 человек. 18 на 6 разделите? На 3. 3. Так, Катик. А там будем. Забирай пазл. Что ты фоткаешь? Ну. Так. Первые подняли вот команда. Так, смотрите. Первая. Она третья. Так, вторая. Наша команда новогодняя всех, наша команда ждет успех. Как? Отлично. Еще раз. Да. Наша команда альтернатива 2022. Наш девиз. Мы, пока вы все будут думать, мы уже успеем все сделать. Мы победим. Так, а хорошо поддерживать друг друга. Звезды лучше всех, наша команда ждет успех. Молодцы. Да, а теперь внимательно послушайте. Сейчас вы начнете движение. В вашем маршрутном листе кружочком обведена станция, с которой вы стартуете. Вы не на первую станцию, где обведен кружочек. С нее стартуете, а потом по нисходящей. Первую, вторую, третью и так далее. Все взяли с пятая, значит потом шестая, потом первая. Единственное, я перенесла площадку, где она встала. Вот такая она, Баба-Яга, не хочет даже вместе сидеть. Ясно? Время. Какие вы молодцы, пунктуально пришли, как запланировали, в час мы начинаем. Так, сейчас, где у меня тут секундомер? Нет, никто не выходит. Вы не знаете, кто это?
Помимо у нас...
первое слово или второе? Еще три песни. Ура. Дом. Она отгадала дом. Ну вы долго еще там будете? Не забывайте, что... Ты дайте почту два слова. Зачем? Два слова. Дай мне пока чёрт. Не показывай нам. Нам. Не показывай. Маленько, а подсказка с вами будет делать из детей? Я смог. Это фактор. Динозавр. Птица. Он не дом птица. Мне ещё говорят, подсказка. Птичка. На дворе 1000 для государства российского государства. Она начинает первую войну. Нет, это четвертый. Это шестой. На всех домах царит счастье и веселье. У Гриши заболел мама, и денег не хватает даже на покупку лекарств. Это чем? Отойдите, Даня, послушай. Сюда идите. Пусть сюда идите. Отрубили голову. Звезда на елке. Так, нет. Это правда. Ты что, едешь дальше будешь? Нет. Хорошо, сейчас покажу, сейчас покажу. Первое слово покажу. Первое слово. Тоже на да, да, да. Супер. Нельзя. Без подсказок. Время идет дальше. Подскользко. Так, время. Шесть. Она не отгадала. Нет. 33-27. Это самое главное. Давайте. Ой, это самое главное. Она ёлка. Это самое главное. Да, да. Я буду танцевать. Танцевали? Во всех домах, А почему ты не стал? Снежок? Не только ты бал надо, меня комендант. И он, что посмотрел? Все, вы закончили? Почти. А вы кем будете играть? Снегурочкой? Никем. А? Никем. Никем? Вы горшком. Горшком? Да. Нет. Зависит от чего-то.
Вы же пингвина уже загадывали. Угадывали. Вы загадывали. Кто-то из вас крикнул пингвина. Все, шестая станция уехала. Это детский дом, вот это вот. Давайте кто-то из вас заберет последнюю карточку. О, ну. Можно вот это тоже расположить. Да, конечно. А это все я? Ты ничего не строишь. Александр. Нет. Андрей, нет, вы не говорили. Не говорили. Пока вы тут вот это все уделите. Ты что, быстрее? Бежали. Бежали, Ромечка, бежали. Что? Опять не. Что, они тебя снимают? Спасибо. Тайную комнату открывали 50 лет назад. Со самочувствием какое состояние? Вообще интересно было в квесты играть. Очень. Квесты будут по разным произведениям, будьте готовы. Вот здесь свои имена включите, хорошо? Где сверху? Фамилия, имя. Художественное слово. Первое место заняла у нас Кожакова Ирина. Ваши аплодисменты. Девочка, поздравляю тебя. И Гуртуева Белла. Также ее отличный диплом. Держи. Я просто наколдовала. Отлично. Ребята, еще диплом именно по цитатнику. То, что вы делали. Нет, именно цитатник, кто участвовал у меня, это Батырга у меня со школы. Мали, вас спалили. Перекусить уже, девочки. Команду репетиции не будет, уже выступление. А кто слушает? Но если нет аплодисментов, он плачет в такие моменты. Ему благородство не занимается, подскажет, соседу позволит списать. Добром поделиться не жалко. Учись поприлежнее, Лёвушка, а то мане болит головушка. Три. Водолей. Двойки исправляй скорей. Хорошо, дальше. Где же дневник Козерога? Ты закопал его в снег, чтобы не расстраивать всех. Маму и папу, брата с сестрой. Честный, простой. Ты в учебе должен достичь полных успехов. В снега дневник Козерог в дверь позвонил и шагнул за порог. Вот такие Козероги. Теперь я. А может,
обладает тонким тактом. Более сильная у Овна, он устойчив, безусловно. В постижении наук и лентяем он не друг. Если ж ты сказал упрямо, не пойду я в школу, мама, лег в кроссовках на диван, ты не Овна. И дети, рожденные под знаком этим, любимцы общие они, Диснеем, звездами, с родителями. Много всяких увлечений, туризм, чтение, футбол, лепить в окно соседу гол. Ты раздолбал стенку, платить будет отец? Здесь в душе у нас тепло, живет добро и будет прекрасно. Поэтому, мои дорогие, вас в новом году найти себе настоящего друга, который будет поздравить своих любимых, родных людей. Конечно же, маму, папу, бабушку, дедушку, братика, сестренку, да. В декабря видеосвязь с каждого дома. Я буду на связи, буду ждать ваши звонки. И пусть вот все, что вы сейчас... Так. Так, в 90-е годы они начали крышевать этот авторитеты подполья. Новый год! Не виноват. Не должен он обещать только. Разучи.
научилась колдовать. Мне надоело всех пугать. Трудно стало жить на свете. Пожалейте бабку детям. А почему? Они мне понравились. Согласна их отдать, если ребята ответят на мои вопросы. Кто такая Снегурочка? Это победительница мисс Снега или... Что такое Аляска? Это сапоги или пушка? Тут два варианта. Это оба варианта правильных ответа. Какой цветок вы вешаете на новогоднюю елку? Ромашку или колокольчик? Колокольчик. Правильно. Они такие вообще. Ну что, теперь отдашь сапоги бабушке, дедушке Морозу? Так уж и быть, отдам. Ну тогда пока. Точно его позвать, наверное, он нашел свои сапоги. Даже самые маленькие мечты, чтобы появилось больше возможностей. Спасибо. Открывать больше перспектив. Горел огонь в домашнем очаге. В лицах любимых, новые друзья. Пусть будет все самое заветное. С новым... Ура! Чего не хватило, как думаете? Энергии. Давай. Новый год – это праздник. Спасибо. Новый год – это радость. Это счастье. Это очень мечтательно. Новый год – это топ. Свидание. Всем пока. Новый год – это... Смотри в камеру. Ерунда. Почти, не обязательно. Красивый ракурс там. Я хочу конфет. Новый год, это все начинается с первого листа. Заново! Ехали. Новый год, это все начинается с нового листа. Это веселье, праздник, подарки. Это Новый год. Андрей, верни! Да блин! Гости, жду давно в двери. В Дед Мороза кто здесь верит? Звучит пока глуховато. Я... А ну-ка, еще раз погромче. Я... Сейчас ответ неплох. От него я чуть-чуть оглох. Какие вы большие стали. А меня-то все узнали? Да! Ехал 307. Притомился я немного, и судите деда строго. Да, ничего, деда. Кто в лесу зимой бродит и мороз на вас наводит? Это дедушка. Я. Тиша. Вы готовы ответить на мой вопрос? Да. Да. Есть ли шапки, есть шапки? Нет. Сапожки теплые всегда? Да. Дедушка Мороз. Ну, кто наш маленький дружок? Мы его сейчас попросим рассказать для нас стишок. Пожалуйста. Болезни и пометы. Готовьтесь к новым поворотам, а неожиданный успех. Молодец. Да.
Кто-то еще хочет рассказать? Нет, мы. Пожалуйста, девочки. Бывает волшебства, чтобы жизнь, веселая сказка, непременно ожила. Чтобы радость без сомнений было больше с каждым днем. И удача без сомнений поселилась прямо в нем. Пусть гремят кругом салюты, Новый год у нас тут. Молодцы, а сейчас... Я за футу гостю. Молодцы. Все его зимой боятся. Больно может он кусаться. Прячьте уши, щеки, нос. Ведь на улице мороз. Правильно. Молодцы. Спасибо. Все, ребята, вы там тоже с телефоном были? Она вышла. Это был план. Открой скорее календарь, читай написано. Январь. Молодцы. А сейчас давайте еще поиграем. Игра. Дед Мороз и к вам пришел? Да. И подарки. Я Снегурочку привел. Да. Что растет на елке? Что растет на елке? Иголки? Да. Всюду красные иголки. Да. Не будет пустого места. Пусть она запомнится множеством красок, ярких событий и приключений. А там где они конфеты? Давайте аплодируем. Пропустите этот кусок. То есть пропустите полностью. А потом... Нет. Да, говорите. На этом пришло наше время с вами расстаться. Но на Новый год... Как можно убить этот товар? Дети убивают. Убираем мусор. Мусорные мешки. Дарина, проследи за ними там. А я к малышам отведу. Пришли вас сегодня поздравить с Новым годом. Ну-ка, девочки. Желаю, чтобы в Новом году все мечты ваши сбывались. Надо идти вперед и не бояться. Желаю, чтобы загаданные судьбой курантов мечты сбылись в наступающем Новом году. Ножки. И чтобы все мечты сбывались. Новый год стучится в наши двери. Новый год и новые дела. С Новым годом, счастьем! Единоросса! Позовем? Да! А Снегурочку хотите увидеть? Да! Ну что, давайте хором! Да. Дед Мороз! Ура! Ура! Здравствуйте, дорогие дети! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Смотрите, кто еще пришел! Подходите, обнимите, подходите. Это ой, мой хороший. Ой, это мой верный. Я. Молодцы. Я тебе достроил. Пусть Снегурочка вам задаст вопрос. Мой бродит, и мороз на вас наводит. Это дедушка Мороз. У него есть краски и варежки. Да. Конечно, есть зимой, как можно без варежек. Теплые сапоги всегда. Да. Молодцы. Они чуть-чуть. Девочки и мальчики, которые умеют петь, танцевать и рассказывать стихи. Вы можете что-то исполнить? Да. 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 Давай. Ну-ка, кто прочитает? А стишок? Дедушка старый, давайте ему стульчик дадим. Дед Мороз у нас старый. Но зато он выдержит любого из вас. Кто хочет стишок дедушке рассказать? Yeah. Иди сюда, садись, дедушке на коленку. Дети наши будущие. Знаешь какой-нибудь стишок? Рассказывай.
Наскакивать. Всем гуляю, люблю за санки. Я еще люблю за праздник, самый лучший Новый год. В Новый год приходит сказка, Дед Мороз приходит тоже, если скоро дом. Конечно, ура! Ой, надо дать конфетку, она же хорошая. Так, дедуля, тебе Снегурочка поможет, и ребята помогут. Ой, спасибо, внучка. Доставай, чтобы каждому ребенку досталось. Вот, дедушка, давай. Всем хватит. Молодцы. Есть у вас Снегурочка? Конечно. Хотите, я загадаю вам загадки? Да. Все его зимой боятся. Больно? Прячьте уши, щеки, нос. Ведь на улице мороз. Правильно. Молодцы. По счету первым он идет. С него начнется Новый год. Скорее открою календарь, читай написано. Я молодцы. Правильно. А сейчас давайте поиграем в да-нет. Вы знаете, как играть? Да. Мы с дедушкой задаем вопросы, а вы на них отвечаете. Да. Дед Мороз известен всем? Да. Дед Мороз старик хороший? Да. Носит шапку и калоши? Да. Дед Мороз и к вам пришел? Да. Молодцы, вы замечательно справились со всеми нашими заданиями. Вы большие молодцы. И поэтому медвежонок Северного полюса Умка так долго к вам шел и тоже хочет вас поздравить. Да, он подготовил очень хороший стишок. Новый год, новая страница жизни. Такое множество красками, яркими событиями и праздниками. Возвращаться мне пора к другим деткам. Я очень вас благодарю. Молодцы. Дети, похлопайте. Давайте тоже скажем. Новым годом скажем Дедушке Морозу спасибо, да? Спасибо. Молодцы. Снегурочку никто не хочет обнять? И Снегурочку. Ой, молодцы! Спасибо тебе! Стали детки, поздоровались! Тоже к нам идет! Какие цифры тут написаны? 22. Ну что, ребята, что вы хотели деткам сказать? Поздравляем вас с Новым годом, желаем вам счастья, все сбывалось всегда. Новый год стучится в наши двери, Новый год и новые дела. С Новым годом, счастьем и весельем, крепкого здоровья вам, друзья. А кого мы больше всех на Новый год ждем? Точно! Позовем его? А Снегурочку позовем? Да! Давайте все дружно скажем. Дед Мороз, Снегурочка! Здравствуйте, дорогие ребята! Умка! Умка с нами пришел. Обнимашки. Дед Мороз, кто здесь верит? Здесь пока глуховато. А ну-ка, давайте погромче. Мы кричите. Молодцы. Я к вам ехал очень долго, целых 300 дней где-то строго. Пусть Снегурочка вам задаст вопрос про красный нос. Кто в лесу зиму вас наводит? Это дедушка Мороз. Нос. Правильно. Загадки загадали. Скорее открой календарь, читай написано. Январь. Молодцы. Есть ли шапки и шарфики? Да.
часы. Все его зимой боятся, больно может он кусаться. Прячьте уши, щеки, нос, ведь на улице мороз. Играем в «да, нет». Вы знаете, как играть? Да. Мы задаем с дедушкой вопросы, а вы на них отвечаете. Дед Мороз старик хороший? Да. Носит шапку и галоши? Да. Дед Мороз известен всем? Да. Дед Мороз и к вам пришел? Да. Да. Молодцы. Дедушка Мороз, а я знаю, что здесь живут девочки и мальчики, которые умеют петь, танцевать и рассказывать стихи. Вы можете что-то исполнить для нас? Ну давай, давай. Рассказывай стихи. Ну давай, ты. Ёлка, лето, обвит, мухомор внизу стоит. Ух ты, какой прекрасный стишок. Молодец. Еще кто-то хочет? Мы в ёлке соберёмся, мы весёлый хряст, Новый год. Молодец! Кто-то еще хочет? Хороший. Нет? Ну, вы все замечательно справились. Хотите конфеты? Да. Ну, конечно, хотят. Давай. Подходите, Снегурочка, раздавайте. Подходите еще. Я не буду. Бери конфеты. Давайте, берите конфетки. Не стесняйтесь, это подарки. Всем конфетки достались? Всех есть конфетки. Что вы должны сказать? Спасибо. Не за что, ребятки. А помочка, скажет... помахали дети на прощание. Пока. Держу. До свидания, детки. Спасибо. С Новым годом, ребята. У вас все получалось. Спасибо, Дедушка Мороз. Новый год и новые дела. С Новым годом. Счастья, поздоровья вам, друзья! Скажите, кого вы ждете? Дед Мороза! Дед Мороза, конечно! Да. А, ну, здорово! Присаживайтесь! А Бабаёшку? И хором позовём! Ну что? Тут ребятки постарше! Умка, обнимашки, обнимашки! Посмотри, Сумка! В Дед Мороза кто здесь верит? Все, отлично! И мороз на вас наводит. Это дедушка Мороз. У него есть красный нос. Нос. Молодцы. Хорошо, потому что на улице очень холодно. Скорей открой календарь, читай написано. Я? Со всеми нашими заданиями. И заслужили конфеты. Да. Пожелания какие-нибудь давайте. Я между двух Деда Мороза давай. Мороз уже встал, по всем глазам ходит, еще дети ждут. А если кто-то... Я тоже встану вот так со Снегурочкой. Символ Нового года сегодня. Но у меня шапку была. Некоторые даже становятся. Поближе, друг. Чуть поближе улыбнулись. Она, Марита Расашина, всегда такие сюрпризы делает нам. Дед Мороз и Снегурочка – это главные герои этих праздниц. Давайте мы всем им пожелаем чего-нибудь поотдать. Счастья! Сил! Успехов вам! Спасибо, что зашли к нам на огонь. Года вам, дорогие ребята, желаем! Молодежный клуб «Альтернатива» рад вас всех приветствовать. Приходите к нам в гости. Вы тоже очень красивые. Так, давайте. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О, там Дедушка Мороз перебил. Умка? С Новым годом! Это Умка, да. С Новым годом, дорогие ребята. Пусть этот приближающийся делись. Ну, тогда поздравляю. Я вам всем желаю счастья в следующем году.
чтобы все у вас получилось. И чтобы вам было... Давай, Снегурочка. Спасибо. Ольга, помогайте. Так. На, Рось, давай. Не зря же я ношу подарки. Целых 300 дней к вам ехал. Ко всем подходите, не оставляйте никого. Педагога тоже угостите. Я буду помогать. Спасибо. Мальчишка. Давай, еще. Вы попали к нам на пересменку. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время для нашей группы. Я хочу пожелать, чтоб хотелось вам и моглось, чтоб желалось да сбылось. Пусть мы в старом году оставим все самые большие невзгоды и с собой заберем позитив, хорошее настроение. Конечно, желание вот так же и красиво поздравлять. Поздравляю. Удачи вам. Поближе друг к дружке, вот сзади Умки можно встать, мальчикам, вот идите сюда, сзади Умки. Чиз, сначала на меня, потом на Александра. Что, пойдет? На башке. Татьяна Владимировна, да, можно без разницы. Прошите, да? Пожалуйста. Красота. Красоту ничем не испортишь. Вот чуть поближе к мальчику, потому что не влезаю. Отлично. Я не знаю, что это. У меня уже сеть. Счастьем и весельем. Крепкого здоровья вам, друзья. Спасибо. Новый год. Деда Мороз. Деда Мороз. А Снегурочка? Да? А давайте Снегурочку позовем. Снегурочка. Вот и Снегурочка к нам пришла. Если танцы, пляски и веселье я на праздник вам несу, давайте все вместе Новый год встречать. Наверное. Где ты сейчас? В лесу? В тапочках? А где же твои валенки? Постарался, мое облако добрал. А что там грязь? Дед Мороз не смог на праздник прийти и меня прислал. Здравствуй, дорогая внученька. Ты моя бабушка? Конечно, дорогая внученька, даже не сомневайся. Это внученька, чтобы лучше себя слышать. А почему у тебя такой нос крючком? Потому что я лечу отсюда. А где твой подарок? Подарочный мешок. Зачем ребятам подарки? Лучший их подарочек это я. Ты никакая не бабушка, а баба-яга. Нехорошо обманывать детей. Ни подружек нет. Да чего же горько? Лишь кощей водяной навещают только. Разучилась колдовать. Мне надоело всех пугать. Пожалейте бабку, дети. Почему нравится? Согласны их отдать, если ребята ответят на мои вопросы. Кто такая Снегурочка? Это победительница мисс Снега или... Что такое Аляска? Это сапоги или куртка? Правильно. Какой цветок мы вешаем на новогоднюю елку? Колокольчик. Правильно. А что такое местоимение? Это часть слова или часть речи? Часть речи. Молодцы. Пожалуй, отдам Дедушке Морозу его вас. Ох ты ж. Ну что, настало время позвать тогда Дедушку Мороза, да? Три, четыре. Дед Мороз. Дед Мороз. Красный нос.
сбылись все, даже самые маленькие мечты, чтобы в этом году все были молодцами. Согласны быть отличниками? В домашнем очага, игра в руках на лицах любимых, пусть сбудется все самое заветное. Так уж и быть, тебе тоже дадим немножко. И педагогов угостите. Новый год же. Угощайте, не стесняйтесь. У дедушки не берет, главное. Берет только у коллеги. Берет, оставляющий. Так, молодцы. Ну что, давайте общую фотографию сделаем. Вот на эту сторону, где...